Так повелось, что испокон веку мамы по всему свету поют своим малышам колыбельные. Убаюкивая свое драгоценное дитя, каждая мать желает ему покоя, радости, беззаботной, долгой и счастливой жизни, отгоняет страхи и напасти. Колыбельная на любом языке звучит как молитва, как заговор. Идея проекта «Колыбельная для сына» родилась у нас после просмотра интервью Екатерины Гордеевой с мамами пацанов, в которых их страна, развязавшая неправедную войну, отправила, по сути, на убой, лишив будущего, возможно, и жизни их, и их семьи. И сердце разрывается от боли при одной мысли, что сейчас чувствуют украинские матери. Невыносимый ужас и отчаяние. Сила материнской любви безмерна. Женщина, подарившая жизнь, будет бороться за эту жизнь во что бы то ни стало. И мы хотим, чтобы сегодня женщины всего мира, будущие мамы и те, кто уже познал счастье материнства, встали на защиту своих детей. Колыбельная как символ надежды, но и как протест против абсолютного зла, как крик «Опомнитесь!» нынче может и должна звучать громче. Мир спасет любовь. Матери всех стран, колыбельные всех стран, объединяйтесь. Гуси, лебеди, летели, на поляночку присели, свои крылышки сложили, свои глазоньки смежили. Целый день летали, баю-бай-бай, а теперь устали, спи. Рай, спи, засыпай.
Спи, моя сын.